Евгений Алдонин. Его карьера за ЦСКА началась в 2004, а закончилась в 2013 году. За это время Евгений выиграл Кубок УЕФА, дважды стал чемпионом России, 5 раз выигрывал Кубок страны и 4 раза Суперкубок. Провел 315 матчей и забил 13 голов. Львиная доля из них была забита красивыми ударами с дальних дистанций. Это был его конек. И в этом видео я покажу вам 7 лучших голов Евгения Алдонина за ЦСКА по версии I Love CSKA видео. 7 место. Победный гол в ворота Томи, забитый в 2008 году. Удар по воротам, 2-1. Борьба за мяч, вот и по встречному Алдонин, что есть силы, игрок. 6 место. Гол, забитый Сатурну в матче чемпионата России 2008 года. Алдонин. Удар и 4-0. Этими ударами там многих потрясал. А вот потом отвернулась. После того, как он женился. Может быть. У него есть этот удар, но все время как-то мяч цеплял, все время мяч. 5 место. Победный гол в ворота Бешикташа в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов 2009. И вот она атака, и вот он момент, и вот он гол! Я вас поздравляю. Это случилось, это уже точно случилось. Наша команда наконец-то выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Вы скажете, 16. Вы тогда ничего не понимаете, вы зря смотрели. 4 место. Гол в матче 1/8 финала победного для ЦСКА розыгрыша Кубка УЕФА. Партизан ЦСКА. Неоднократно привлекался и в состав сборной. Вот здесь Карвали может убежать. Да, забег на эту дистанцию он выигрывает. И прекрасная передача на Алдонин. Он справа увидит. Он. Дорогие друзья, первый точный выстрел. И 1-0. Посмотрите, как классно сейчас сыграл Вагнер Лав, пропуская мяч. Оттащил в буквальном смысле на себя сразу 2 защитников. Посмотрите, раз, и уже освободилось пространство для Алдонина. 3 место. Гол, забитый Спартаку в дерби чемпионата России 2005 года. Карвалью передачу под удар Алдонину и будет бить. Евгений, если ему дадут такую возможность, далее 1-1. Еще раз, неожиданный розыгрыш мяча. Немногие, как мне кажется, были готовы к тому, что будет бить Алдонин. В том числе и большая часть спартаковцев. Ну вот еще один повтор мы видим. Бояринцев следил за соперником. 2 место. Гол «Зениту» в полуфинале Кубка России 2005. Красивейший дальний удар, после которого мяч от штанги залетает в ворота. Гол получился просто загляденье. 1 место. Финал Кубка России 2009 против «Рубина». Матч вышел крайне трудный, ведь уже на 13-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Павла Мамаева. Нулевую ничью уже в добавленное время матча прервал Евгений Алдонин, нанеся сокрушительный удар, который принес ЦСКА победу в Кубке. Помнишь, да, и ты правильно об этом сказал, шел дождь. Гораздо быстрее было поле. На 92-й минуте! Это кто ж так шарахнул? Это Алдонин! Это Евгений Алдонин! Приносит ЦСКА, судя по всему, победу в финале Кубка России. Браво, Евгений, который отвоевал место в стартовом составе. Получил его вновь и, наконец, оправдал полностью доверие тренера, забив столь важный гол! Ну, дай посмотрим, как же здесь это произошло. Из опорной зоны дали пробить. Да с нет, левой просто ноги. Алдонин сыграл блестяще, просто блестяще сыграл, ну, да. Костя. Здесь никто нет, не виноват, на мой взгляд. Никто не виноват. Просто шедевральный гол Женя Алдонин. Браво! Подработал, всю силу вложил в этот удар. Браво! Не согласен, что виноваты полузащитники в опорной зоне. Не согласен. Просто гениально сыграл Алдонин. Самые замечательные, самые прекрасные эмоции, которые только могут быть. Выиграли такой сложнейший матч в десятером. Забил победный гол. Что еще может быть замечательное? Можешь ли сказать, что это один из самых важных голов в твоей жизни? Да, бесспорно. Я думаю, что это самый важный гол в моей жизни. От чистого сердца говорим Жене спасибо за все, что он сделал для ЦСКА.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Также предлагаем вам посмотреть 5 лучших камбэков ПФК ЦСКА. Спасибо за просмотр. Всем пока. Покажите Шуткова!